А вдруг там все желтые? Ну, сейчас это проверим, да. Да. А это белый. Белый. Это, мне значит, повезло это, или что? Нет, это свободный вопрос. Это значит, я вам задаю вопрос. Пожалуйста. И я вот хотел бы узнать, как, каково, учитывая, что люди вашей профессии с известной долей, может быть, даже неприязни или недоверия относятся к людям моей профессии, ну, к журналистам. Ну, да. Просто так сложилось. Да. У вас супруга журналист была, с которой вы прожили там 20 лет, нет, ну, 10 лет в официальном браке, 10 лет до того. Как вы вот находили общий язык? То есть вы обсуждали ремесла друг друга, скажем, в семье, журналистику и актерскую профессию? Ну, я старался не обсуждать, поскольку у меня к журналистам и к журналистике вообще, и к журналисткам определенные отношения. Оно не зависит от родственных связей. Как профессия, я имею в виду, не к личностям, а как профессия. Я понимаю. Поэтому она же, в общем, обсуждала то, что как она относится к моему ремеслу. И, честно скажу, это меня не всегда устраивало, ее отношение к этому. Да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».